Треть игрушек на прилавках Казахстана опасна для здоровья, считают в правительстве республики. Принято решение предупреждать покупателей, из какого материала они сделаны. В результате проверок было выявлено более 50 поставщиков, которые ввезли в страну свыше 52 тысяч тонн токсичных игрушек и некачественных продуктов питания. Предпринимателей оштрафовали, но этого, по словам главы Кабмина, мало. Вот сейчас Новый год, на чем подарки покупать? Детям, внукам и так далее, да? А как узнать, что вот эти игрушки можно покупать, а эти нельзя покупать? Нет уже нигде же информации. Я не прошу объяснения, я просто говорю, что нет информации, мы не знаем. Вы знаете, оштрафовали на 70 миллионов тенге, а на миллиарды завозят, никакого эффекта в итоге. В Казахстан опасные игрушки в основном завозятся из Китая и Турции.